Enjoy life, ride and horse. Итак, welcome, Lazy Ranch. Мы где-то в пустыне находимся, ребят. Я сейчас уже даже точно потеряла ориентир. А так, в Долче, Васкес Рок, мы приехали вот сюда. Такое впечатление, что мы попали в какой-то фильм. Вестерн. Lazy Ranch. А еще, знаете, есть в Америке очень много городков призраков. Так называемых Ghost Town. Вот это мне очень напоминает один из них. А вообще Lazy Ranch здесь предлагают для съемок. Вот эти все места предложены для съемок. Если вам нужно снимать собственный фильм, то вы можете взять в аренду. А вот сейчас кто-то едет, там такое впечатление, как из фильма ужасов. Обычно на таких машинах ездят, похищают людей, а потом их убивают. Дядька выглядит как хиппи. И куда это меня занесло? Боже ты мой. Вот вам настоящая Америка, ребят. Как интересно. Да, я так думаю, что здесь можно ковбой снимать кино. О май гад, это настоящие люди? Нет. Сидят. Я думала, сидят настоящие люди. Hi there. Да-да-да, точно. Много очень таких фильмов. Фильмов ужасов. How you doing? А? No, I didn't see her. No. В Аризоне тоже очень много. Там есть такой ghost town, называется Жером. И причем вы знаете, что интересно? Даже смонтировано кладбище, как будто, видите? Да, ночью сюда лучше не приходить. Так вот, этот Джером, городок, он закрывается на ночь и открывается утром. Так интересно, я бы никогда в жизни не подумала, что такое может быть. Так, вот здесь частное хозяйство, лошадки, поэтому дальше я туда... Ну, хотя немножко давайте подойдем, поздороваемся с лошадками. Вот это все частное владение. Свежее сенцо у них здесь. А тут they are alive. Вот такие вот салуны. The car look like some horror movies, isn't it? О, я не знаю, здесь продают что-то или нет. О, здесь поставлено как будто это, ну, закусочное. Я думаю, что это все... it's like a movie set. Everything is just made it. Это все не реальное, но оно поставлено под фильм. So if you wanna make movie here, you can definitely rent that. Теперь понятно. Так что, ребят, если кто хочет снимать кино, свой собственный фильм, вы можете приезжать сюда, брать это все в аренду, все это и пользоваться. Ну, как же интересно. Машина современная совсем здесь не смотрится. О, oh, найс. Nice.
Еще одна устрашающая машинка. А, здесь тоже можно взять уроки катания на лошади. Horseboarding at the best. Кстати, очень дорогие эти уроки, ребят. Horse riding. Здесь тоже, видите, family own. Visitors welcome, tips not. Tremblay family, семья Tremblay владеет этим всем. Какие смешные пони. Вот та белая пони валялась в песке сейчас. Может быть, у нее maybe she is scratch her back. Наверное, у нее чесалась спина. See how cute she is. Pony, little pony. I thought it's donkey first. Нет, это не донки, пони. Да, они закрываются с темнотой. С темнотой они начинают уроки по катанию на лошадях. Да, женщина сказала, она это, ее муж принадлежит ему это все. Она сказала, что они здесь сделали очень много фильмов. Ну, я уверена. Не один. Ну, сам пикник. Стол для пикника. Окей, друзья, время заканчивать видео. Если вам понравилось это уникальное видео, пожалуйста, ставьте лайки. Тогда больше друзей ваших и ваших друзей смогут увидеть это видео. И обязательно побывайте в этом историческом месте, типично американском, потому что такого места больше вы не увидите нигде. Только здесь, в Калифорнии, Lazy Tea Ranch. Добро пожаловать всем друзьям. Еще раз спасибо за ваши лайки, спасибо, кто посмотрел это видео. До скорых встреч. И сейчас уже вот солнышко сядет, через час-полтора здесь будет совсем темно.